Всем привет! Сегодня на обзоре углошлифовальная машина Redwerk Basic AG650-115. О боже мой! Да всем насрать! Мощность у меня 650 Вт, диск 115. Исполнено в корпусе черного цвета. Комплектация у него ручка. Тонкий ключ, который, если вас зажмет, то ничего не открутит. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, послушайте. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред! Руководство по использованию и даже нету щеток. Сам он. Ручка у него с двух сторон. На некоторых моделях бывает, что ручку можно зацепить с трех сторон. Болгарка довольно-таки тяжелая, массивная. Весит что-то 200, если не ошибаюсь. На коробке что-то у него написано. Вообще ничего не пишет. Типа, какая она хорошая. Давайте ее включим. После первого включения, естественно, пахнет жженым пластиком. Дата изготовления у него 5-й месяц 2020 года, то есть она свежая. Могу сказать, что машинка в целом неплохая. А сколько лохов у вас в день на это ведется? Чем больше, тем лучше. Особо не перегревается, то есть если сравнивать с... Кёльнер или с... Какая другая фирма-то у нас была, не помнишь? Что? Другая... Бортовская. То те вообще херня. Но после интенсивного работы, у нас точно такая же, прошло примерно полгода, мы ее подработали. Она умерла. Но служит дольше, чем Кёльнер и Борт. Пока среди этих трех машинок, которые у нас были в тесте, Redwerk, это самая надежная. Менее, конечно, удобно из-за того, что она весит много. Но в целом неплохой вариант. И тянет лучше, чем остальные экземпляры. Поэтому можете смело покупать. Гарантия, кстати, год. Всем спасибо за просмотры.